Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами поговорим про сетку перспективы. Но углубляться мы в нее не будем, это бич новичков. Очень часто, помимо того, что играются с панелями, начинают нажимать разные сочетания на клавиатуре. А каждое сочетание клавиатуры, как правило, имеет какое-либо действие. Либо же в инструментах находят такую замечательную вещь, которая называется сетка перспективы. Что она показывает? Ну, собственно, по ней можно нарисовать перспективу. Одной из неприятностей является то, что когда мы ее создали, и даже когда вы меняете какие-либо другие инструменты, убрать ее практически невозможно. Даже если вы пытаетесь ее выделить, нажать Delete, она никуда не уходит. Многие начинают трястись, закрывать документы, открывать новые. Ничего страшного не произошло. Опять же, есть очень интересное сочетание клавиш Ctrl, Shift, I. И ваша сеточка перспективы больше не с вами. Притом это действие как в одну сторону, так и в другую. Вы нажали Ctrl, Shift, I, перспектива появилась. Ctrl, Shift, I, перспектива пропала. На этом все проблемы закончились. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше видео. До скорых встреч. Пока-пока.